воскликнуть им очередной флешмоб, который активисты организовали. Экологическими свечами было написано надпись «Стоп экотеррор». Именно этого требуют сейчас активисты на протяжении 5 дней. Прекращение экологического геноцида. Я напомню, что армянская сторона на протяжении 30 лет незаконно эксплуатировала природные месторождения Азербайджана, вырубала незаконно леса, загрязняла, эксплуатировала водные ресурсы Азербайджана, именно Карабаха и прилегающих к нему районов. Уже был ряд флешмобов, сегодня тоже второй флешмоб. И на данный момент, несмотря на холодную погоду, несмотря на горную местность, активисты в 12 часов ночи продолжают акцию, проводят флешмобы и верят, что они смогут победить ту несправедливость, тот геноцид, который царил на территориях Азербайджана на протяжении 30 лет. Победить этот экологический геноцид.